Хаюшки, солнышки, с вами Джерри, и, в общем, сегодня мы с вами посмотрим Black Kitty в Big City. Короче, Валера выложил новый видос, когда 3 недели назад. Господи, Валера, прости, что не заснял на тебя реакцию. Ладно, если захотите, чтобы я прошел эту игру, пишите мне в комментарии, пройду. Ладно, привет. Сегодня у нас игра про кота в Big City. Мы будем здесь не ваше кошачье дело, что делать будем. Давайте, короче, посмотрим. Давай. Вот они, мы лежим на крыше. Наебнется сейчас, по-моему. Ну а что нам бояться? У нас еще 9 жизней. Блять. 8. Класс. 8. Теперь возвращаться домой. Я домашний кот, я не умею в уличную жизнь. Сейчас где ошейник, раз он домашний? Щемить всяких псов, крышевать голубей. На хейт уверенно отвечаю. Что, хвост тоже здесь? Ну-ка иди сюда. Снова не догнал. Ладно, в следующий раз получится. Ты что, борзый, что ли, Бак? Маринный, блин. И ты давай внимательный. Есть у нас тут лужа. Очевидно. Китти не любит мыться, Китти свин. Опа, это же будка человеков. Китти не свин, кошки чистоплотные, между прочим. Что это? Это обязательно надевать? Я думаю, мне не надо. Я так зайду. А я могу? Ох, хорошо. А это-то? Ой, приятно! Есть в этом какой-то кайф. Хаос должен быть по фэншую. Это влево, это вправо. Это влево. Сейчас это прямо должно быть. О, еще один местный житель. Какой-то темный район. Ну-ну-ну, если это не летающий котенка, вы говорите. Чего? Мне. Авария, да? Похоже, вам нужно больше летать. Но я не могу летать. И никогда не будешь с таким отношением. Давай, шевели крыльями и следуй за мной. А, так просто и все. Курсы полетов от вороны. Я летаю, и вы тоже не кидала. Еще один цветок не на своем месте. Что за дела? Опа, похоже, кому-то нужна моя помощь. Кусты чем могли бы и помягче сделать. Я смотрю, у тебя не очень тут выходит что-то. О, вот так просто разговнялся, лапами походил, за лям выставляешь, говоришь искусство. Все, дальше сам давай. Слышь, помоги поймать. Просто невыносимо. Ладно, мужик, если что, звони. Двери у тебя, конечно, удобные, писец. Стоять. Технически... Коты — это жидкость, проползут куда угодно. Это не рука, поэтому я могу так делать. У меня все руки — это забьёшь, ноги. Нет? Поэтому никаких штрафных, все по правилам было. Все котики любят футбол, а я могу порекомендовать свеженькую игру, где можно поиграть в этот самый футбол и устроить настоящий замес у... Прости. Нет. Супербол. Нет. Он не вечный, так что поторопись. Слышь, пернатый, я твои курсы взял, а летать еще не... Что это такое? Ты куда лезешь, щенок? Слышь, летать учи. Почему так долго? Вы забыли взять крылья? Мне их и не выдавали. Что, а как вы тогда летели? Это называется выпал с окна. Но если вы не умеете летать, как вы планируете вернуться туда? Я могу орать под окнами. Есть идея. Ты можешь туда залезть. Не могу, я хочу жрать. А если бы у вороны была прекрасная сочная рыба? Реально? А вот тут урок рыночной экономики. Спрос и предложение. Какой ты козел, просто дай мне рыбу. Я могу поставить одну вкусную рыбу и требовать 25 блестяшек. Кто за блестяшки? Это блестящие дуды. И они типа дуды. Ценные. Ценные? Они бесценные, ёба. Если они такие бесценные, тогда может быть 25. Но вороны любят все пи... Ну, больше я не вороны, а сороки. Я имел в виду бесполезные. Это не надо даже воронам, ё-моё. Какая же ты крыса, а? И вообще да, они опасные и причиняют боль. Так что принеси мне их, я избавлюсь от них, и мы будем героями. А потом я получаю одна рыба. Конечно. Я у нее спросил, не мошенник ли она. Она говорит, не мошенник. Что поделать? Что ты гавкаешь? Слышишь, дерзкий. Что ты привязанное чудовище? Смотри, я могу ходить где хочу. Кто-то без своего хозяина. Улицы тебя сожрут, как только тебя отвяжут. Я за этим прослежу. Ау. Ты борзый куст какой, смотри. Оба! Я зверь, я охотник, я убийца. Нет, так блестяшки не соберутся быстро. Можно монетку? Дайте блестяшку. Пожалуйста, блестяшку. Охренеть, только выложи какой-нибудь. Это какой-то мудрый кот с районом. Извините, мяу. Привет, мне было интересно, сможете ли вы мне помочь? Я майор. Если майор не может помочь, то никто не может помочь. Слава богу, я нашел тебя. Мне нужно вернуться домой, и еще мне нужны блестяшки, и тут мусорный бак. Одна вещь за раз, дружочек. Это звучит как работа.
Кошки не любят работу. А еще мы не любим дерзкие банки с вареньем. Ну это просто варенье. Нет, это знак. Знак, что человек больше не боится кошек. Они оставляют стеклянные банки на полках и думают, что с ними все будет в порядке. Ого, он прав. Какой мудрый. А когда я разобью банки, ты мне поможешь? Майор не слышит вас из-за шума варенья. Какой справедливый. Майор мой кумир. Какое варенье? Я буду жить где в этой лежанке рядом с ним. Я читал, что бананы лучше зреют на полу. Так что... Слышишь, куда ты свои бананы суешь? Видишь, что тут я? Жизнь с майором будет чудесно. Мне нравится его настрой. Спрыгни на него еще. Ничего не делать. Не понял. Не надо, я сказал. Уберите. Вот она, дерзкая банка. Нарушитель спокойствия и сна. Уйть. Ура. Ты будешь держаться, баночка. Ты не сможешь держаться вечно. Ай! Куды за кота? Что? Помоги, майор! Да потому что я черный! Перфект. Майор теперь может спать. А моя награда? Я дарю тебе мою личную эмоцию. Это мое твое лицо. А где у меня кнопка квадрокоптера на клавиатуре? Да геймпад нужен. Ладно, фиг с вами. Можешь быть аккуратнее? Видишь, я тут стою. И чё? И чё ты мне сделаешь? Могу лазить по деревьям? Ну, не совсем. Наверное, да. Что за неуважение? Цветы должны быть на земле, а не в этих горшочных тюрьмах. Ё-моё, какой джентльмен. Здравствуйте. Привет. Вы говорите мне? Конечно. Нет, ёптить. Вы что, меня можете видеть, что ли? Ну да. Да как так-то? Я же лучший маскировщик. Я даже могу, чтоб слова исчезли. Смотри. Ля, творит. Кудесник. Ты не мог это видеть, потому что мои слова полностью исчезли. Блин, это реально круто. Мне нужно восстановить репутацию самого скрытого существа. Я призываю тебя снова найти меня, кот. Настоящий волшебник. Найти. Да кто тебе разрешал меня трогать? Сейчас я на голову свалюсь, умник. Бля. Я хочу эту птичку. Ища... Попался, петух, за жопку. Оп, все, лети отсюда. О, перышко. Я только не знаю, зачем оно мне надо. А можете, пожалуйста, сдвинуть коробку вот эту, она мне мешает. Строитель. Телефон давай. Сука. Дай хлеб. О, меня только колбаса интересует. Ребят, ну что за дела? Вот ноги, смотрите, втыкают в телефоны свои. Зацените. Маскировка. Она думает, что я банан. А я кот! Бабушка, у вас банан испорченный. Он кидается. Отбей, он черный. Давай. Отбей. Хороша, молодец. Вот здесь можно на крышу залезть? А чё я сразу здесь не начал лазить? Бля. Ёб твою мать! Я же могу ту лужу просто по забору. Я так и думал, что она ебнётся. Чего, блядь? Дерево тупейшее. Просто ненавижу деревья. Пожалуйста, не хочу туда. Я хочу по забору ходить. Пожалуйста, я банан. Верните меня на дерево. Банан тебе не поможет. По деревьям? Я же кот. Все, я на дереве. Я кот. О, да. Ё-моё, это что, коробка? Это что, бесплатная коробка? Это твоя квартира. Вау. Так переверни ее. Это место. Ты собака? Если ты собака, я тебе не помогу. Это бобр. Это было легко войти, поэтому я предположил, что так же легко можно выйти. А помощь нужна какая-то, не? Сейчас попробую кое-что. Ага, слушай. А, ну, енот. Почти. Если ты пробовал потверкать, все получилось. Я готов получать помощь, помогите. Давай. О. Жирный енот. Что ты там делал? Я искал перья для моего нового изобретения. А это оказались просто блестяшки. Тебе они нужны? Нужны. Сюда! Еще чуть-чуть и одна рыба будет. Подожди, что ты пахнешь перьями? У вас есть перья, ну, есть. Где-то я знаю, что у вас перья. Дайте перья. Здесь есть? Мне нужно 3 перья, у тебя есть 3. А можно не так близко? Ой-ой-ой, давай мне. Ой, я забыл манеры. Пожалуйста. Давай. Ну ладно, да. Теперь смотри, для чего они, смотри. Это магия инженерии. Мне нравится, как Валера озвучивает этого енота. Он прям вжился, ёптить, в роли. Ля, что вытворяет? Это аккуратный ебать портал, ты, Гарри и угадай, Поттер. Куда он ведет? В канализацию? Ха-ха, нет, я не знаю куда. Проверь. Погнали! О чем и мы? И скажи мне, если он работает. В смысле, если? Так ты не знаешь? Та-да! Или не та-да? Я сказал та-да!
Это называется не портал, а мусоропровод, слышишь ты? Избавиться от меня хотел, вонючка. И как мне вернуться назад? Вернуться? В смысле вернуться? Ой, я об этом не подумал, было бы здорово. Портал в одну сторону, ты в натуре упорот. Я что-нибудь придумаю, ладно, пока. С кем связался? Так, у нас тут стройка какая-то. На плане не вижу вискоса, переделывайте. Как теточку здесь огромную ставьте. А, это бетон мы тут заливали, ём. Сейчас все лапы в бетоне будут. Очень жалко, конечно, так получилось. Как же жалко, что вам придется все переделывать. Нет, эта краска не подойдет к дому. Это что, банка с блестяшками? Это болтики. Как их тут дофига? Так в смысле? Одной не хватает. Ну что это котик такое? Не понял. Котик. А с какой кстати? Это вы мне за бетон мстите? Найду кости, ты меня пропустишь, правильно? Вот это камуфляж. Ты в курсе, что ты просто ужасен в плане конспирации? Ты снова меня нашел, но как? Вы невероятно видны. Мне кажется, что мой поиск идеального камуфляжа продолжается. Найди меня еще раз. Носик в тыл, носик помыл. Мне нужна всего одна блестяшка, и я получу свою рыбу. 25 за одну, что за цены? О. О, лут. Yes, yes. 27. Я готов есть рыбу. Вот они. Рыбу гони. Так блестят, так красиво. Я прям сейчас с седла выпад. Вы их уничтожите, чтобы люди не пострадали? Да. Да. А могу я поучаствовать в уничтожении? Не-не-не, это древние ритуалы вороны. Там сложно и... Не, короче. Так, ну а рыбу... Короче, иди нахер. Твою что... А, ну да, твоя награда. Это, минуточку, сейчас. Она... Куда он делся? В смысле, дожди, я не понял, ловит. Меня что, и тут кинули? Окей. Окей, прикольный видос, Валер, спасибо, что опять же даришь нам, ну, радости, пиздядрости, короче, шпасыбо тебе. Вот, короче, еще раз говорю, если хотите, пишите в комментариях, чтобы я прошел эту игру полностью. Ну а с вами был ваш любимый Джей, всем удачи, всем пока.